3 октября 2019 года был принят закон об аренде государственного и коммунального имущества, которым предусматривается передача любого государственного и коммунального имущества путем аукциона, через, причем не просто аукциона, а на электронной площадке «Прозор». Окончательный, то есть он был принят год назад. У нас был год, чтобы его адаптировать. Окончательное его положение о передаче исключительно через аукцион вступает с 1 октября 2020 года. В связи с этим и принималось данное решение, чтобы адаптировать имеющиеся правила к тому, что, то есть исчезнет, адаптировать к данному законодательству, исчезнут вопросы, почему дешево, почему такси. Будет выноситься любое место после принятия данного решения, будет выноситься исключительно через электронную площадку аукциона «Прозора». Победители будут известны, вы знаете, как там проводятся торги. Победитель становится известен сразу, на него никак повлиять на ход аукциона невозможно.